часто с тобой проекта Golden Pen. Меня зовут Алия Сидлина. Мне очень приятно быть частью такого огромного масштабного проекта. Golden Pen стала огромной точкой в моем творчестве. Хотелось бы рассказать о себе. Мне 24 года, я живу в Красноярске. С 5 лет начала заниматься в художественной школе очень известной художницы Виктории Пернесенко. Ей огромная благодарность за то, что она зародила во мне вот эти вот зачатки юного художника, и дальше мой путь продолжился. Вот. В 2013 году я поступила в детскую школу искусств имени Суликова, отучилась там. И далее в 2016 году поступила в Сибирский федеральный институт на направление архитектора. Вот. И потом в 2018 году закончила курсы дизайна. То есть вот так складывался мой такой творческий путь, он очень интересный, очень насыщенный. И в 2019 году моя жизнь повернулась так, что я стала рисовать более много, точнее, уделять времени своему искусству. Вот, вести Инстаграм, принимать заказы на картины и так далее. И хотелось бы немножко рассказать вообще, о чем мое творчество, зачем я рисую, почему я рисую. Мое творчество, оно про познание своей души, картинца, глубинных смыслов и понимания своих мыслей. Детали картины буквально оживают для каждого по-своему, потому что я не встречала еще таких людей, которые одинаково отзывались бы в моем творчестве. Для каждого, абсолютно для каждого картина выглядит по-своему, обретает свои смыслы, и каждая деталь оживает. Сегодня хотелось бы представить вам свою серию недавних работ в серии «Энигма». Данная работа, которую вы представляете в конкурсе, выполнена в 2018 году. Серия «Энигма» продолжила ее в 2021 году и продолжаю по сей день. Вот, серия «Энигма» обрастает творческое начало на моем пути, потому что в эту серию я вкладываю очень много своей души, очень много смысла, понятий, и, как я уже сказала, что у каждой в отдельности будет находить что-то свое в этой серии. Данная работа называется «Синдром», но более детальнее представлена во время жюри и, конечно, надеюсь на высокую вашу оценку. Спасибо за внимание. Еще раз скажу, я очень счастлива быть частью Golden Time.